Одесса на 3 дня погрузится в мир прекрасной необычной музыки. В нашем городе уже 18-й раз пройдет Одесса Джаз Фест. Участники из 10 стран, артисты мирового уровня, представят одесской публике свои авторские программы на постоянных фестивальных площадках в городском саду Одесской филармонии. Среди приглашенных литовский секстет во главе с мэром Клайпеды, а также гитарист-экспериментатор из Норвегии Фруде Барта. Изюминкой этого года станут и гости из Южной Кореи со своим экзотичным электрофанковым проектом. Они 2 года к нам собирались. 2 года мы вели переговоры, наконец-то они нашли себе финансирование на перелет, потому что все понимаете, как далеко Южная Корея. Вот это вот мы все ждем, как нам всем очень интересно, как в Южной Корее играет джаз. И 90% музыкантов будут впервые в Украине, впервые в Одессе. Ну, это кредо нашего фестиваля. Негласным открытием джаз-феста станет вечер памяти Юрия Кузнецова, уникального виртуоза, благодаря которому фестиваль появился. Он пройдет 19 сентября во Всемирном клубе одесситов и, по словам организаторов, грустным не будет. На вечере прозвучат джазовые импровизации Алексея Петухова, а также покажут 2 фильма с музыкой Юрия Кузнецова «Impression» и «Summertime». Один из этих фильмов – это фильм, который получил специальный приз в Монпре во Франции. Практически в Одессе нет людей, которые видели их в полном объеме. Их можно пересчитать на пальцах не с 2 рук. Поэтому мы сделаем такой красивый, приятный, достойный вечер, где соберутся друзья, где соберутся ученики, где соберутся музыканты. 21 сентября одесситы смогут насладиться контрастом малых и больших джазовых составов из Люксембурга, Чехии и Испании на опен-эйре в Горсаду. А уже в субботу фестиваль продолжит добрую традицию, в 3-й раз проведет концерт под названием «Дети играют джаз». В его рамках выступят лауреаты премии имени Юрия Кузнецова. Таким образом, юные таланты могут не только заявить о себе, но и сыграть на одной сцене с мировыми виртуозами. Я считаю, что для Юры, если говорить о памяти Юры, это был бы самый большой подарок. Он об этом и даже, думаю, что и не мечтал. Потому что дело его живет в учениках. Мы видим, как эти ученики растут. Мы гордимся ими, они раскиданы по всему миру. 3-й заключительный день фестиваля 23 сентября пройдет под сакральным числом 3. На сцене филармонии выступят 3 разноплановых трио из Австрии, Германии и Украины. А затем гостей будут ждать уже традиционные джем-сейшены. Так что в эти 3 дня Одесса поистине наполнится прекрасными звуками удивительного джаза.